Звук «г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Звук «е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнера, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Звук «а» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Подсознательно звук «е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладатели этого имени должны стараться быть более современными и восприимчивыми к новому, поскольку имеют склонность жить в прошлом и замыкаться в кругу условностей и традиций. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Для владельца имени с буквой «л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Покровительство Венеры дает этим людям врожденное чувство прекрасного, поэтому не в тягу окружать себя красивыми вещами. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Владельцы этого имени переживают чужие проблемы, как свои собственные, любят правду, справедливость и честность. Для всех, кто в этом нуждается, у них найдется доля любви и сочувствия. Кроме того, звук «е» придает обаяние и простоту. Предупреждение владельцу с буквы «л» не тратить жизнь пустую, а найти свое истинное назначение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.